Доброго времени! Мы продолжаем нашу любимую рубрику «Прогноз от колдуна Кузи». Кузя уже спешит, распушил все перышки, да, Кузенька? Да, он тоже очень любит это дело. Молодец, молодец, умница, умница, он очень рад. Да, я тебя поглажу, обязательно поглажу, да. Да, покажи, какие у тебя крылышки красивые, умница. Что? Ты выходить собрался? Нет, выходить не надо, Кузенька, не надо выходить. Мы с тобой потом погуляем, хорошо? Потом погуляем. Нет, я в клетку не могу зайти. Давай карты потасуем, Кузя. Да, да, мой хороший, да, да, погладить, да, да, ты мой хороший. Кузя очень ласковый, он прям улегся, да? Да, Кузя. Красавчик Кузя, да, красавчик. Давай, давай вытащим карту, давай. Ну а как я тебя, ну, гладить надо тебя, ну как я тебя буду гладить на одной руке? Вот так гладить. Ну ты умница моя. Ну, куда полез, Кузя, упадешь. Держишься? Держись. Ку-ку. Ку-ку, да, ку-ку. Давай, Кузенька, достанем карту. Что же на этой неделе нас ждет? Какой прогноз? Ух, молодец, что ты там достал? Ты две карты достал? Давай покажем. Давай покажем, какие карты Кузя достал. Умница, молодец. Кузя достал две карты. Перекресток и вспаханное поле. Нас ждет благополучие, достаток, счастье. А перекресток говорит о том, что у вас будут все дороги открыты. Но также он может и означать, что вы не знаете, куда идти. Поэтому подумайте хорошенько. Если вы хотите получить плоды, собрать урожай со своего поля, вы должны знать, куда вам идти и куда двигаться.